Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас у меня минута вдохновения. Меня зовут Зинаида Голубева. Я художник-педагог онлайн-школы «Русская роспись». И сегодня я вам покажу не урок, а поделюсь с вами новой техникой графики. И я не буду подробно рассказывать, как я это рисую. Просто с вами поделюсь красотой. Итак, делюсь новой техникой рисования. Это техника при помощи кофе. Но, конечно, не зернами, а завариваем мы кофе. И при помощи нее мы рисуем с вами букет с ландышами. Очень важно учиться у природы и знать не только общие какие-то виды растений и трав, но и уметь рассматривать каждый элемент. Ну а для того, чтобы показать им, как нарисовать пышный букет ландышей, сейчас я вам продемонстрирую. Постепенно набирая тональность кофе, я вывожу на переднюю линию наш очаровательный весенний букет. Казалось бы, легкость исполнения может привести вас в такое состояние, что это очень легко сделать. Но для этого существуют определенные упражнения, определенные навыки композиции, которые я даю на своем курсе графики.
И пользуясь случаем, приглашаю вас на этот курс. Потому что можно рисовать не только цветы. Можно рисовать плоды, ягоды. На новом курсе графики при помощи чая, линера и белой краски.